Пару слов буквально по матчу. Сегодня очень уверенно сыграли. За счет чего смогли победить? Во-первых, хочу поблагодарить команду, потому что они мне помогали, блокировали броски. В принципе, они все на себя переварили, мне осталось только почистить. А в целом команда сплотилась еще больше, и за это результаты считаю. Тренер сказал ваш, что разобрали юнисон, разобрали их технику и так далее. Против, ну, знали, как вообще против них играть конкретно против каждого? Да, мы разобрали вчерашнюю игру, проанализировали ошибки, я проанализировал свои ошибки, тоже поговорил с тренером Ротарским. Мы, в принципе, сегодня постарались их устранить и перевоплотить. Юнисон сегодня сменил вратаря после трех пропущенных. Как считаете, это правильно было решение? Я вообще к этому решению всегда отношусь нейтрально. Почему? Потому что это тренерское решение. И они сами видят, что происходит на лавке. Это больше как встряска команды происходит. Поэтому я считаю, наверное, что да. Я думаю, что да, это верное решение было. Яровой играет с КХЛ, с Витязи. По нему как-то отдельно какой-то разговор был, чтобы его как бы отдельно опекать? Да нет, почему мы как бы разбирали общие картины игры, смотрели, как играет команда, в принципе, большинство разбирали, и, в принципе, игроки сами понимают, с кем нужно играть, и знают, кто опасен, кто бросает, кто больше отдает, и, ну, и поэтому сегодня мы убедились, потому что вчера все забрали. Спасибо большое.